Выключайте, становится поближе. Нет, мало ли вы не там потеряли. Выключайте звук на мобильных телефонах. Камеры, да, сдвинуть ее. Ну, угу. Потом, собственно, красный или понятно. Хорошо. Да. Звук выключен. Вы заходите в зал и доходите примерно до середины зала. И остановиться я вам скажу. Там же есть ведущая. Смотреть надо прямо на нее, не на меня. Гости заходят за женихом и невестой, становятся позади них. Все, ждите, никуда не уходите, дверь вам открою изнутри. Парни. Я что-то не ожидал. Было по-другому. Я тоже в шоке вообще. Да? А что, если посмотрю, то свидетельство мне дадут? Ну точно. Свидетельство. Ну, какие еще дадут? Самым торжественным и волнительным моментом я должна вас спросить, является ли ваше желание вступить в брак взаимно, свободно и искренне? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста? Да. В соответствии с семейным законодательством, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Я приглашаю вас поставить подписи к записи акта о заключении брака. Thank you.
ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравляю друг друга. Видео смотреть.